Безымянный, средний, указательный. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Умственные способности человека с возрастом практически не снижаются, но когнитивная обработка информации происходит медленнее. Кроме того, ее становится труднее запоминать. Для компенсации нарушений познавательных процессов следует выполнять комплекс простых упражнений, улучшающих память. Участники проекта «Активное долголетие» регулярно занимаются нейрогимнастикой под руководством Галины Саакян. Нейрогимнастика – это комплекс упражнений, который направлен на развитие мозговой деятельности, улучшается кровоснабжение мозга, активируются мыслительные процессы, процессы связь левого и правого полушарий. Это прекрасные профилактические занятия и от деменции, которая как бы является очень актуальной именно для нашей возрастной группы. Занятия нейрогимнастикой включают упражнения на дыхание, развитие межполушарных связей, мелкой моторики, пространственной ориентации. Они не имеют противопоказаний, поэтому подходят для людей любого возраста. Я просто рекомендую всем, кто еще не начал этим заниматься, начали активно продолжать свою жизнь. Вот, потому что необходимость в этом назревает и назревает с каждым днем, с каждым мгновением, будем говорить, потому что организм живой, он требует вмешательства и требует корректировки в положительную сторону. Это нам очень-очень помогает. Занятия по нейрогимнастике проходят 2 раза в неделю в понедельник и четверг, начало в 12 часов. Присоединиться могут женщины с 55, мужчины 60 лет. Помимо нейрогимнастики, проект «Активное долголетие» дает возможность представителям серебряного возраста заниматься и другими активностями, от освоения компьютерных навыков до пения и танцев. Просим приходить вот сюда и заниматься, и будут очень хорошие подвижки и в вашем здоровье, и в вашем настроении. Самое главное, повышается пенсионеров самооценка. Когда на диване лежишь, то вроде как вот его вроде как. А когда начинаешь сюда ходить, сразу энергия появляется, настроение появляется. Все прекрасно, все хорошо. Мы, пенсионеры, живем. Евгения Корытько, Максим Колесниченко, Щелковское телевидение.